Мы в городе Коньяк. Это город департамента Шаранта. Здесь производят спиртной напиток, и он назван в честь города. Все достопримечательности города связаны с напитком. Здесь есть музей «Ду Коньяк» и все основные коньячные дома. Камю, Хеннесси, Реми Мартен, Отар, Мартель, Курвуазье и принимают у себя организованные группы туристов. Вокруг города расположено более 80 тысяч гектаров виноградников. Всемирно известный напиток был выпущен впервые в небольшом городке Жарнак, в десятки километров от нынешней столицы коньячного производства. В 15 веке в этом городе родился французский король Франсуа I. Здесь и отдельный коньячный музей – музей «Ду Коньяк». Замок, в котором в конце 15 века родился будущий французский король Франциск I, называется сейчас «Шато «Ду Коньяк» и принадлежит одному из коньячных домов. На следующий день после коньячных паров мы отправились в сторону города Пуатье.